Ален. Одно из многочисленных интересных мест Бомбея. Вообще Бомбея прекрасный город, очень большой, очень разнообразный. И я думаю, что так будут выглядеть города будущего, когда вымрут всякие лицемеры, которые говорят о том, что у всех должны быть одинаковые права и у каждого должно быть все. Потому что мир несправедлив, и Бомбея как раз прекрасно подтверждает эту мысль. А он почему здесь стоит? Здесь тень. Такие потер что-то там, спрайта добавил. И ничего страшного, люди живут отлично в этой концепции. Мы посетили по станции метро, как называется, Бандар. А тут идет такая воздушная галерея, довольно большая, на полкилометра длиной. Очень удобная для осмотра. То есть нечто похожее было в рассказе Брэдбери, где они прилетали в прошлое и смотрели динозавров, и там были такие же тропинки. И здесь с высоты вот этой галереи видны, там такие есть трубы прекрасные, которые местные используют как общественный туалет. Ну и, конечно, семиэтажные хрущобы, сделанные из говна, палок, картона и при этом с кондиционерами и с вентиляторами, они производят большое впечатление. На улице где-то градусов 40, и мы идем дальше в хрущобы. Прикольная атмосфера вокруг нас царит. Вот, мы все сошлись на мнении, что уровень говна в воздухе превысил норму. Что интересно, идешь по улице, с одной стороны шикарный дом, в окнах которых видны всякие кондиционеры, а с другой стороны улицы безумные трущобы с грязными вонючими каналами и маленькими окошечками, в которых готовят индийские женщины. Жду, когда появится какой-нибудь дворец, а он все не появляется, не появляется. Яркая, красивая одежда. Видно, что люди очень следят за этим кварталом, потому что они даже моют улицы, убирают здесь. Хорошо пахнет, и народ веселый. И вообще все выглядит очень хорошо, примерно как в Италии. То есть тут чувствуется то же самое, что там, что пространство обжито не только внутри домов, а еще вокруг них. Нет разницы между
улицей и домом. Долго ждала дворцов, дождалась, и лучше бы я их не видела, потому что после того, как посмотришь на этот звериный оскал империализма, как-то в трущобу уже не хочется. Ну, сколько оно еще простоит? 100 лет, там, не знаю, может быть 200. Строили это надолго. После этого все покроется трущобой. Я белый человек в Бомбее, просто ты шел по улице, стоит человек с баночкой. Здрасте, а что вы тут делаете с этой баночкой? Я читаю инструкцию. Инструкцию? Баночку? Да. А для чего? Это холодная асфальтобетонная смесь. Бетонно-асфальтная смесь? Да. Для быстрого ремонта ям, выбоин и трещин в асфальтовом или бетонном дорожном покрытии. Класс! А знаете, на чем мы сейчас стоим? Бетонно-асфальтной смеси? Нет, это просто бетонная плитка. Но в ней мы обнаружили во всем Бомбее единственную выбоину. Ям уже стемнело даже. А я, знаете, шел, и везде куча ям. Да, ну мы с вами еще вторую банку туда отправим. Да. Вы покажете. Значит, смотрите, чтобы заделать дырку, достаточно яму почистить от говна. Вот это все, да, тут надо убрать. По-хорошему надо, конечно, там, подуть чем-нибудь. Мы же в Индии, да? Мы не будем слишком сильно стараться. И что, эта баночка реально поможет? Конечно. И все будет чисто в Бомбее. Мы берем эту баночку, открываем у нее пимпочку. Вот так выглядит холодная асфальтобетонная смесь. Вкусно. Да, неплохо. Приезжай. Берем и ее сюда вот так вот. Нам надо каким-то образом ее разровнять. Вот, она довольно-таки податливая, мягенькая. У нас по объему прямо практически, я думаю, идеальная. Это прямо вот одна готовая плитка. Прямо вот, прямо как доктор прописал. Она прям ложится сюда. Даже немножко не хватило. Мы ее немножечко еще так вот ее утром дуем. По-хорошему нам нужно, конечно, это делать с помощью инструмента, типа пня. Или трамбовалки. Чувак, смотри. Отлично, я тебе яму, дорогу твою заделал. Теперь у тебя будет ровная улица. Вот. Смотри, как это. Класс. И теперь какая-нибудь машина проедет пару раз, поэтому и все, оно превратится в камень. Спасибо, Артемий, что рассказали. Да, пожалуйста, обращайтесь, приходите к нам еще. Если я вас еще раз встречу, обязательно еще раз. Да, мы какую-нибудь еще с вами ямку заделаем.
Спасибо тебе.